когда догонялись за копами, вот мы сейчас гонимся. А, за мной. Воу! Мотопад! Каждому даст по 1000 рублей. Можно снимать видео, можно в телефоне сидеть. Гонка с зайцем. Доброе утро, заяц. 7:37. Пришло время будней, мотобудней. Что-то я набрал для вас интересненького. Всем вагон здоровья, отличного настроения и приятного просмотра. Let's go! Братиш, ты заварил кофе? Да, Хантер, я готов. Давай, погнали смотреть видос. Окей, я понял. Лукас, не забудь. Скорая, извините. Там такой был прикол, ребят, с утра только что. Сколько сейчас времени часа? 7:49. Самый трешняк вот с утра происходит. Просто пошел. Ладно, я тебя понял. Нифига себе у него хвосты там, видели? Сейчас он наглохнет от моего выхлопа. Раньше я любил желтый цвет, но сейчас что-то не очень заходит, блядь. А что обозначают вот эти хвосты у него на моцике? Кто знает, пишите в комментах. Бодро так ездит мужичок. На красный поедет? Я думал, он уже на красный рванет сейчас. Поехали. Фига он резкий, смотрите, он уже передо мной стоит. Ой, ёптик ты. Я очканул аж. Охренеть. А там две чекули поехали. Погоня за копами. Вы когда догонялись за копами, вот мы сейчас гонимся. Все, мы остались, они уехали. Жаль. Какой-то быстрый парень на желтом мотоцикле. Я тебе передаю привет. Идем, не идем, идем, не идем, идем. Идем. Братюнь, там притормози, там это фоторадар, если что, да? Фигда убрал. Волбишку. 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 Мы с торпистом грежем. Я приехал вокруг, хочу вот коленочкой заложить, как думаете, получится? Или все-таки не стоит на этой резине? Ой! По люку соскользил почти что. Здорово, дядька. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Он вроде за мной поехал, но это не точно, пацаны. У меня вроде все в порядке, но я не понял, он за мной поехал или не за мной. Я не знаю, короче. Я спокойно катаю. А, за мной. Окей, я понял. И сейчас можно было и обогнать все. Но я обычно не сваливаю от мотобата. У меня все в порядке, шеф. Добрый день, уважаемый мотоциклист. Поздравляю тебя с открытием мотосезона 2020. Передай братанам аккуратнее на дороге. Удачи, броу, спасибо, что остановился. Проверил документы, в принципе, и все. У меня же все в порядке, пацаны. О, красава, хорошо у него ездит мотоцикл. Бляха, сраные ремонтные дороги. О, печка, волшебнушка. А, мотобат. Будем его опережать или не будем, или будем ехать за ним? Как вы думаете? Привет, здрасте. У меня с номером все в порядке. Белый цвет, я обожаю белый цвет, особенно на BMW 7. Вот как раз и BMW 7 в белом цвете с черными дисками Альпина. Синими суппортами.
Мотобат! Здравствуйте! Неоднозначная ситуация, пожалуй, я не полезу. А, Максимка. Здорово, Максимка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Просто пипец какой-то. А что ты, когда мотобат увидел, затормозил? Ты хотел обняться с ними, что ли? Обняться, да, хотел? А, ну там заметно, что ты уже почти остановился. Давай, до свидания. О, видите, я его заметил. Тут ничего такого и не было даже. Сейчас вообще трафик во время карантина довольно такой слабенький. Поэтому, ну, можно даже немножко и расслабиться. Смотрите, вот это полоса общественного транспорта. Ее может использовать оперативный транспорт, автобусы, троллейбусы. Если кто не знал, по новым правилам, мотоциклисты тоже могут использовать именно эту полосу. Вот это охренеть! Вот, полицейским нравится, я поеду спокойно. Нет? Не хочешь поссать? А, ну ты в лесу поссал тогда? Привет! Ну привет! Здорово! Там машина ездит, осторожно! Твои подписчики, Петров? Че, нормально? Школьники? Школьники дают толчок для видосов. Заправочка. Я тоже решил отлить и продолжить свой рассказ. Во, всегда мойте руки. Золотое правило, после того, как поссали и дотронулись до чего-то. Записал на видео, как ссу, прикинь. Вот это бомба. Вот это шок-контент. Не вошедшие никуда. Вот такой, ссышь. Думаешь, как же прекрасно. Деревья, лес, солнце. Вот, руки помыл. Да, вот так вот. Научу вас руки правильно мыть. Хотя вы многие умеете. Вот я, всем привет. Rise, motherfucker. Нет. А что? Ты хочешь видео? Ну передай маме привет. Я не знаю. Потом увидишь. Ты как будто все время уставший, Петров. Хэштег Петров бросай курить. Хэштег Петров похудей. Хэштег Петров ты меня достал. Ладно, сейчас поедем дальше. Привет еще раз. Но, привет. Если ты снимаешь, можешь оставить в описании мой инстаграм, пожалуйста. Darkness, my... Да, давай, хорошо, назови свой инстаграм. Вадим Спаркерс. Вадим Спаркерс? Вот, Вадим Спаркер. Да. Каждому даст по 1000 рублей, если вы зайдете на его инстаграм. Вот он. Прибежал малой такой, да, оставь ссылочку в описании под видео, да? Окей, я оставлю, вот я честно тебе говорю, что я оставлю. Смотрите, я еду без рук. Даже газ не использую. Видишь, пофиг. Управляю мотоциклом, о, телом управляю. Хотите научиться такую же технику? Могу сделать отдельный видос. Вот, изи, вообще просто. Могу доехать далеко-далеко. Ха-ха.
прекрасный ракурс, да? Я умею ездить без рук, дебил. Мне не нужно даже газ использовать. Мотоцикл едет и едет. Это как паровоз, у меня волшебный мотоцикл. Можно снимать видео, можно в телефоне сидеть. Делай, что хочешь. Давай, едь. Сейчас вот зарулю сюда. Так, зеркало нормально. Вот сюда зарулил. Можно кофе попить. Главное, чтобы он сейчас не выехал. Тормоз, тормоз, все нормально. Это круиз-контроль, все.